have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Ладушки. Куда нам-то? А, нам туда. Мы прямо возле двери. Чего у нас по риперу? В смысле 4 лезвия? Мне, как обычно, нечем стрелять. На рипере 4. Кстати, на плазмокатере неожиданно 28. А на винтовке даже есть чем стрелять. На швабре нету. Есть луч, есть огнемет. Может быть, давайте мы в... Там, ну нафиг. 4 лезвия на рипере. Это еще нормально. 1, 2, 3, 4. Ну, 4 лезвия, но нет, 4. Все правильно. Это ж мы сейчас в космос полезем, блин. Если вдруг кто не знает, это 18-я часть. Это же 18-я серия моих мучений здесь. Спасибо. Спасибо. Хотя бы одно лезвие на них потратил, но там спасибо. То, что меня взорвало, это не очень приятно, хотя я вроде их держал на нормальной такой дистанции. Нод? Угу, 2 раза нод. Восемнадцатая серия, блин. Иди ты нафиг. Нет, вот я на полном серьезе сейчас про нафиг. Маленькие тесные помещения, неуклюжий перс... А где я должен это взять? Напомните мне. Я должен там вытащить? А, ну окей, давайте. Там вроде у нас была батарейка, кто... Я не знал, что мне тут нужна будет батарея. Вон она, да. Ну, вытащи ее. Вытащи и подыми. Ох, блин. Знаете... Если бы было так, чтобы я еще и свое лицо записывал во время этих съемок, вы бы отчетливо видели, как начинает дергаться мой глаз в такие моменты. Это просто отвратительно. Это швабра? Мне сейчас патрон на швабру дают? Да. Давайте мы ее тогда и поставим вместо рипера. Рипер хорошая штука, но у нас он уже просто пустой. Заряжай. Да нет, почему ж ты не взял то же оружие, которое я тебе поставил на тот же слот? Ладно. 7 плюс 2, неплохо, живем. Аптечек нет нифига, ну ладно. Как будто первый раз, когда с нами это случается. Ага, фиг. Здрасте. Мне дальше, значит, мне сюда. Доброго дня. А что у вас тут так мрачно? Ой, лезвие на рипер. Деньги. Деньги. Стазис, стазис. Ну, по сути, деньги, деньги. Двойная аптечка, которую мы сразу юзаем. Потому что по-другому это не делается. Еще 3 патрончика на швабру. Хорошо. Все. На самом деле неплохая нычечка. Я хочу больше лута. Этого мало. Девочку подобрали, сразу в дело.
Вылезешь? Ну, в принципе, как хочешь. Стазис. Станция стазиса. Мне сюда, подожди. Еще 3 патрона на швабру. Это много. Ну, относительно, конечно. Мне прям туда-туда. Тут тогда что? Это одно и то же или нет? Мне кажется, или я видел ящичек? А, вон он, да. Спасибо, вот это ценно. Вот это ценно, вот тут врать не буду. Черт. Это все звучит прям не очень. Ну ладно, пока это машинерия, машинерия меня не смущает. Меня смущают монстры, вы знаете это. Так, и что вы от меня хотите? Филистатус. Так, мне его в каком-то определенном положении нужно зафиксить. Ну-ка, давайте посмотрим. Мне нужно остановить инерционное поле. Это я понимаю. А, и мне придется их разбивать. Тогда подожди, я, возможно, возьму. Где ты? Да в смысле ты живой? Сдохни, тварь! Дай деньги. А, я печально. Я выстрелил почти все патроны, которые у меня были на хорошей пушке. Я понимаю, что я много потратил зря, это я вижу. Что ты от меня теперь хочешь? Чтобы я туда пролетел? Ты много от меня хочешь. Ну, давай попробуем. Так, а, кстати, я же мог в них вот этим вот фигачить, да? Так, это все на задницу. А как вы это все себе представляете? Вот так? Почему на эту сторону? Астероид же будет находиться просто в... О, там эти уроды. Я туда не хочу. Как бы меня это не прибило. Сказал я, и тут же меня это прибило, блин. Я стоял, ждал, пока же оно прилетит. Я думаю, оно отключилось, не отключилось. С этой стороны-то не слышно ни хренища. Ладно, блин. Ах, как есть. Давайте, давайте откуда-то не с сейва, пожалуйста. Сейв очень давно был. Ну хотя бы вот так. Так, сначала собираем лукецки. Так, С. Где эти придурки?
Где эти дебилы? Я их не вижу. Нормально. На этот раз получилось лучше. Да, я потратил эту пушку. Она мне, кстати, полностью потратилась. Перфекто. Мы сейчас меняем на Рипер. Опять у нас с четырьмя клинками, блин, как мы и начинали. Но что есть. Shift работает через раз. Меня это уже в который раз бесит. Я уже об этом говорил. Короче, ждем. Так, мне нужно вот это вот так вот. Работай, Shift, пожалуйста. Там будут сейчас эти мелкие засранцы на улице. Я не хочу на них тратить патроны. Ударь, пожалуйста. Ударить нельзя, когда ты находишься в невесомости. Спасибо. С шифтом, блин! Шифт, чертов! Как я тебя ненавижу. Засранцы полезут, нет? Или они снаружи останутся? Я их тут, честно, не вижу. Ну, как бы и фиг с ними. Ну, как бы и фиг с ними. Я заберу баллончик и свалю обратно. А куда мне? Что мне надо уничтожить? Где он находится? Это где-то с... А, вот эту... Погоди. Ну-ка, полетели, осмотримся. Не на швабру. Это вот эту штуку надо замедлить, да? Ладно, придется один патрон потратить. То есть мне теперь нужно exterior tethers уничтожать. Отлично, где? Не говорите мне, что на улице, ребят. Так, а тут ящиков больше никаких нету. Как же меня бесит, что тут нету выравнивания. Мне постоянно приходится теряться, где что находится. Так, ну-ка, поехали наверх. Может, мне камни в ее покидать? Ну, серьезно. Я не хочу выходить на улицу. И эта штука ему. Видимо, их придется где-то на улице отключать. Черт. А лучше пролетать снизу, да? Да. Лучше пролетать снизу. Ага, отлично, вот они находятся тут. Почему нету разворота? Это просто чрезвычайно бесит. Caution.
Еще один снизу, скорее всего. А, нет, с другой стороны. Warning. Payload 8772 is no longer tethered. Untrained personnel must leave the mining bay immediately. Лаунч за астероид? А как? Тут деньги летают в космосе. Так, надо за воздухом вернуться. Это, скорее всего, он та штука внизу, да? Да, теперь она онлайновая. Так, небольшой сбой. Пардонте. Тут новое что-то появится, не? Ой, погоди, а ты кто? Вот и, блин, это просто кусок ноги какой-то валяется. Ладно. Не отсюда? Откуда? А, ну, по крайней мере, изнутри. Все, хорошо, черт с вами тогда. Тут баллончик еще один где-то вроде летал. Да. Иди сюда. Как же бесит, что нельзя просто прицепить его, чтобы он за тобой летал. Нужно держать в прицеле. Все, что здесь делается, происходит в прицеле, и это невероятно бесит. Туда куда-то. Да чтоб тебя! Я, кстати, пойду этот стазис подзарядить надо, я забыл. Ну, у нас тут есть заряд, какого черта я буду тратиться. Спасибо. Экшена, как обычно, нету. С бочками офигенно всегда все получается. Узкие коридорчики. Ладно, в этот раз получилось неплохо. Ладно, в этот раз, признаю, получилось неплохо. До свидания, неудачники. Возьму-ка я вот эту штуку с собой на всякий случай. Пожалуйста, сгори. О, эти тоже горят хорошо. А куда мне? Спасибо, что очень четко показываешь, карта. Shift сраный! Как я тебя ненавижу. Нажимаешь вперед и Shift, а он срабатывает просто вперед. Минечка, у меня ноды хоть есть какие-то или нет? У меня два нода есть. Да, выйди из чертовой менюшки, бесит. Так, давай сохраняемся. А, так. Отлично. На бенчную мне кто-то вылезет, нет? Тут. Ой, там еще денежку можно потратить. Ладно, пока я здесь, надо вкладываться. Во-первых, стоп. Мне же костюмчик надо сначала... Да, давайте сначала в магаз, потому что мне, я же денег не собирал. Вот тут новый текстлог. Каждый раз новый. В
вы хотите сказать, что мне надо батарею оттуда принести? Игра, ты настолько долбанулась? Ну, то есть, вообще-вообще долбанулась? Об стенку? Так, 35 штук он стоит, у меня 25. Тут мышки нету. Конечно, у нас в инвентаре в этом нету мышек. Ну, это же логично. Все же так делают, правильно? Так, 3000 продаем к черту. 3000 продаем к черту. Это нафиг. Это нафиг. 1250. Мне 50 не хватит, вы хотите сказать? Серьезно, 50 не хватит. А хоть. Знаете, это печалька такая, а? Вот это печалька. Пятьдесят монеток. Мне придется идти за чертовой батарейкой. Shift, блин! А зато 400 денег принес мне. Игра моментально воспользовалась тем, что я бэктречу. Моментально, просто моментально. На меня вылезло какое-то говно мелкое. Хоть так. Shift! Блин, я с шифтом не могу тут... Офигенно! Просто спасибо тебе огромнейшая игра. То, что они рандомно... Вот игра ненавидит, когда ты бэктрачишь. Ты чуть-чуть назад шаг сделал, все, на тебя лезут монстры. Но, по крайней мере, это говно притащило мне 400 монет, за что ему спасибо. Теперь я смогу купить костюм. Так. Да, покупаем. Каких-то вообще конских денег это все начинает стоить. Так, посмотрим, последняя это модель костюма или нет. И еще, ну раз у нас есть парочка нодов, какие мы можем апгрейды получить? Минуточку, у нас остались в магазине только ноды. Апгрейды мы все выкупили. Костюм мы выкупили. Так, так не то. Да, мы можем теперь покупать только шайбочки. Шайбочки покупать, конечно, можно за 10 тысяч, но... Откуда взять 10 тысяч? Пойдем посмотрим, что может костюм новый предложить. Да-да-да-да-да, апгрейд четвертого. Это последний? Нет, это не последний. Отлично. Так. Kinesis Throw Damage. Это, кстати, неплохо. Это повысит нам урон метателя. Минечку, ну мы на какую-то пушку копили или нет? Вот это я хотел себе, но в любом случае тут надо 3. Я, ребят, пока что вкинусь в костюм. Блин, если оно открыло мне 4 апгрейда на нем, это что, получается тут 5, а может быть даже 6 костюмов? Стойте, да ладно вам. Duration, Stasis Duration, Kinesis Throw. Так. На самом деле, Stasis Duration мне не кажется таким уж и плохим. А Energy у нас чего? А, Stasis Energy даст еще одну ячейку стазиса. Ну, неплохо. Мы сейчас идем сюда в Damage и в Duration, и потом можно будет себе жизнь еще прибавить. А на самом деле, это здесь Essential, как говорится. Поэтому, да, занимаемся костюмом. Идем в Duration. 8. 8 это что? 8 секунд? Так. Тут можно и заресетить.
вижу смысла пока что в этом. Ну ладно. Kinesis Damage. 200 поинтов хпшки. Это нам даст еще один поинт. Хорошо. Неплохо. Скупились, посмотрели. Давайте сохраняться. Я думал... Я надеялся, что я сейчас прям прокачаю хпшку. Меня это вылечит. Ну, блин, не судьба. Ладно. 18, 23 протрона. 3 в остатке. А, 5 в остатке. Я вижу. Значит, 4 пилы. У меня на самом деле хорошие пушки накопилось. Да и швабры накопилось неплохо так. Может, кстати, пока что со шваброй походить. Она более мощная. И меньше rate of fire дает больше возможностей иногда подумать о том, что ты делаешь. А с другой стороны, дает больше возможности врагам нанести по тебе урон. Туда. Ты идешь со мной. Если вот сейчас заглючит или взорвет, или еще что-то с ним сделает, блин. Этой же рукой мы карту проверяем, конечно же, как этой же рукой мы можем кидаться. Правильно? Storage room у нас ничего новенького не появилось. Привет, чувак. Заглянул в storage room. Игра просто тебя ненавидит. Если ты пытаешься заглянуть по местам, где ты уже был, игра просто тебя ненавидит, проклинает. Возьму с собой вот эту тогда штуку. Она, по крайней мере, не взрывается. Это, я так понимаю, будет место какого-то большого файта. Раз меня все-таки сюда уже который раз приводит. Ну да пофиг. It's working. The beacon's online, broadcasting wideband. I'll align the receiver. Хорошо, маяк мы отправили. This will take a minute. Head on back to the tram station. Зачем здесь два стазиса? И две вентиляции. Если на меня так никто и не полезет. Игра хочет меня держать постоянно в напряжении, ну что ж. А, понятно. Понятно. Hazardous Anomaly, конечно же. Я говорил, игра, пожалуйста, давай такого больше не будет, пожалуйста. Да иди ты к черту! Никто не будет стоять между мной и моими деньгами. Патроны, спасибо. Не в другую сторону. У меня закончилась швабра. У меня закончился... Практически закончился рипер. Остался один. Еще у меня закончился стазис. Как раз когда я продал все, вот тут он мне понадобился. Вот тут он мне прям понадобился.
Давайте я сохранюсь, черт с ним. Я же в своей зоне нахожусь, да? Да. О, опять этот сраный регенератор. Серьезно, я говорил, что пожалуйста. Ну, это было не весело. Окей, это было один раз, но это было не весело. Давайте этого больше не будет, наверное, а? Вот была бы хорошая идея, если бы этого больше не было. Но куда там? Так, ладно. Говоришь, швабры мне много дали. Ага, блин. Так. А вместо рипера я даже не знаю, что ставить. О, можно вот эту воздушную фигнюшку, она немножко подзарядилась, на нее какие-то патроны приехали. Мозг, осторожней. Все, ребятки, тогда, думаю, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем лучшего, всем покеда.